А есть со второй за... Есть со второй попытки попалась какая-то рыбка. Фрикцион-то катушки, он меня подматывает. А давайте. Но я пришел так-то сюда за форелькой радужной. Какая-то рыбка. Первая рыбка была окунь. А это... Блин, фрикцион еще прибавишь. Ага, есть. Ух ты, какое крупное. Хорош, хорош. 3200. Какой шикардос. Отлично. Всем привет. Сегодня ловим форельку радужную на коуре. А закидываю на S. Координаты 125-95 стою. Скорость подмотки 50. С шифтом я ловлю. 2, чтобы прыскание происходило. Но поклевки вот присутствуют. Прям такая приятная поклевка была. Что, еще будет? Нет поклевка? Мне нравится такая ловля. А никуда путь не надо. Стоишь комфортно. Подлавливать. Видите, еще одна попалась. А, хорошая. Кило 43. Ничего себе. Прямо у лодки. На карте эта точка находится Х6. Кидаю ближе к берегу. Сейчас вам покажу сборку. К моему удивлению, там на точке стоит 22 человека. Думал, будет больше. Ну ладно. Дождик, кстати, не помеха. Ловим вместе рыбу. Закидываю без всякой клипсы. И приятно вот так вот тягать. Я еще раньше на Волхове так ловил этого лосося. Надо другую приманку. Пока не клюет, давайте вам я покажу быстренько, посмотрю. Покажу вам мою сборку. Вот сборочка. Spinning Model One. Прочность у него 35 килограмм. Длина 3 метра. Блин. А катушка Эвия, ну я поставил с медного. Это, короче, основная леска 30 килограмм. Поводок поставил флюорокарбон 17,4. Ну, в основном я всегда ставлю тут 17 килограмм. Хотел сначала 19 поставить, но не было. Поставил 17. И вот такая приманка. Я закупился на Волхове запасных еще одну штуку, потому что мало ли откус, обрыв, валкер, топ-вотер, это топ-вотер, валкер 003. На коуре таких нету приманок, потому что всех раскупили, пришлось сразу закупаться на Волхове. А она стоит там подешевле, должна стоить. Я сразу две взял. Вот, смотрите, что творится. Ну, вообще, прям, зачем троллинг, когда такие приятные поклевки. Невероятно. Неужели еще попадется трофей? Да. Да. Рылька. А наш, между прочим, рыба-то ценная, парни. Давайте попробуем выловить трофей. Кидай на компасе эска. Даже дождик нам не помеха. Ветер северный. Даже интересно, сколько у меня за час будет по монете. Это, парни, вообще шикарно. Приятно очень. Ну вот, как я вам и сказал. Вообще мелочь попадается. Окунь может попасть здесь.
наверное, немножко побольше делать этот промежуток. Наверное. Я что-то замечал, что как она ловится. Есть. Опять голец. Даже разнорыбица идет. Но форелька пока доминирует. Есть. Напоминаю, скорость подмотки у меня стоит 50 на катушке. Рацион я убавил, прям поменьше поставил, потому что поклевки бывают резкие, мало ли кто клюнет. И без клипсы, напоминаю. Вот видите, голец какой. Попался. На двушечку. Резко клюнул. Пока наблюдаю небольшое затишье. Но все-таки пытаюсь. Время 2:37. Такой, блин, пик без клевья. Но все-таки пытаюсь что-нибудь еще поймать. А жду вечера. Так, есть поклевка. 4 часам что-то клюнуло. Есть. А радужка. Всего 500. Ну, такая, как под копирочку. Блин, и если трофей попадется, то сразу же повешу его на стену. Не раздумывая. Трофей будет красивый, цветной. Продавать его не буду. Смотрите, какая рыбка красивая. Еще что-то волокем, что-то там такое. Ага, щука, вот это нехорошо. Ну ладно, маленькая помогла бы перекусить заразу. Ух, это хорошая поклевка. Так приятно клюнуло резко. Рацион прибавим. Смотрите, что творит зараза. А, это голец. Здоровый. 5 кило. Да, левее эски. Стараюсь туда забрасывать. Смотрите, какая приятная поклевка. А резко, да, клюет? Ну, если эта форелька радужна, то такая приличная. Ну, вот опять у нас голец. 4 килограмма. К вечеру клев немного разогрелся. Форельку ждем. В общем, так, форелька бывает поклевывает, но есть такие промежуточные пробелы, когда вообще тишина. Крутишь как эту. И шифтом, без шифта.
Бывает тухло. Ну вот утром поклевывало, к вечеру, а потом пробелы. Чаще до утра достаю, пока будет клевать. И все, сматываю отсюда уточки. Ну а так были приятные такие поклевочки, мне понравилось. Раз, два, три, четыре, пять форелек. Но еще утро будет видно, сколько. Так, вот с самого берега клюнула рыбка. Это у нас озерка. Приманка ударяется об скалу. А тут поближе. Утро. Кстати, утро. Опять щупа. Два сто. А, стоял на точечке час и 5 минут. В итоге поймал раз, два, три, четыре, пять форелек. Клевала еще щука и голец. Приловом окушок. А рыбка в основном клевала с утреца и вечером еще поклевывала это радужка. Ну вот так, постоять удачу можно попроведать. Может кому-то залетит и трофей, мало ли. Но нет-нет, поклевывала. Все, пойду я продавать рыбку. В кафе смотрел, там в кафе нету ни одной рыбы, которая мне нужна. 163 монеты у меня вышло. Точка не для фарма. Но радужную можно попробовать. Трофейку подсадить. Так, ладно, с вами был Артем, и до новых встреч, еще увидимся. Всем пока.